Привет всем, ребят, я Алекс Фрай, и это Clive Barker's Undying. Итак, ребята, после каждого... После каждого начала... Ой-ой! Ёк! Пошел вон отсюда! Вот тебе. Слышь ты, иди сюда! Куда ты там побежала? Сейчас мы тебе лещей надарим здесь. Не шевелится. Откройся. Ух. Что читаешь? Где же она? Что? Я знаю, что она где-то здесь! Кто здесь? На тебе. Брысь отсюда. Вот тебе. Давай, кидай. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Ну, спасибо. Новая запись в дневнике, как ее прочитать-то, я не без понятия вообще. Ой, ну да ладно. О, старые знакомые. Сейчас вы у нас получите. Вот вам. Огромный зал картин. В нем правда. Он станет реальностью. Он восстанет опять. Ритуал продолжится на нашей крови. Он восстанет опять, такой голос. Вот мы использовали ключного крыла. Но сюрпризы не закончатся. Чувствую, нас с вами удивят. А сюда? И туда, и сюда можно. Вот те. Заклинило. Так, теперь туда. Привет, кушаем, да? Приятного аппетита, дружочек, пирожочек. На тебе. Чтоб ты подавился. Нет. Так, чтобы у нас больше при начале записи не было всяких выскакиваний. Сделаем им вот так. Кстати, как у нас тут книгу прочитать? Ой-ой. Ниже, ниже, ниже. Прочитать книгу. Так, предметы Enter или Q. Ну, непонятно, в общем. Сложно, сложно. Опять придем. Так, тут мы можем увидеть что-то. Как тут? Нет, не то. Стоп, это мы соберем. Так, управление. Где это было? Выбор заклинания. End. Зарядка оружия R. Тогда пусть это выбор заклинания. Что ж, посмотрим. Понятно, тут у нас детство Элизабет проходило довольно более. Валим отсюда. Так, а туда? Ой, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, спасибо вам. Взяли свет, вырубили. И как нам тут обходиться-то?
Ого. Один добрее другого. На, держи. И мы вот сюда. Так, а что здесь? Здрасте, ребят. Как у вас дела? Не нравится мне этот звук. Что у нас тут есть? Ага, давайте-ка поднимемся наверх. Тут мы должны были кое-что взять. Не, так не собьешь. Ключ священника. Открываем, а что здесь? Кто осмеливается вломиться в мои владения? Стража, взять его! Ой-ой! Брысь от меня! Не подходи, у кого ты сейчас? Вот вам. Ой. Такой вредный. Стража, взять его! Дублоны какие-то. Так, что? Тут, по-моему, можем убить. Ай! Убирай давай! Сколько же вас? Ладно, не будем тут оставаться и пойдем нафиг. Вот тебе тоже. Вы сзади еще как голубые подбираетесь. Ой. Так себе церквушка. Так, тут мы были. Подобрали какие-то дублончики. Нет. Теперь определимся, куда нам дальше идти. Так, тут у нас пусто. Надеюсь. Ага. Ну и закат или рассвет, не знаю. Уйди от меня. Достал. Вот так. Ой, еще какая-то дверца. Ой-ой. Блин. Кто такие? Я вас не звал вообще. Ой-ой. Опасные, опасные парни. Такие опасные, куда деваться вообще? Нет. Ну все, ребят, кошмары мне обеспечены на ночь. Что здесь? Так, используем прозорливость. Так, тут бесы какие-то.
когда иссякнет. Да и ничего тут, в принципе, не меняется. А ну-ка. Не, остается точно так же. Опа! Какой типчик, а вы только посмотрите. Цвет такой приличный. А сам колдун в восьмом поколении. Так, туда мы попасть не можем. Тут сгорим нафиг. Ой-ой! Вот это нас глюкнуло. И выходим мы фиг пойми куда. Каким-то типцам. Привет, друзья, отдыхайте. Появились еще. Главное, к ним близко не подходить, а то пипец. Так, сохранились. Возьмем эту микстурку. Эликсир, эликсир, куда мне дальше-то? Ой-ой. Напишите в комментариях, Саша, будь здоров, или Саша не болеет, неприятно будет. Ага, значит, это можно подвинуть. Тут мне порой кажется, без подсказок вообще игру эту не пройдешь. Ой-ой. Перескочили. Еще целебуха у нас здесь. Бухаем и горе не знаем. Круто, да? Я покажу тебе настоящую магию. Гарри Поттера бы сюда не помешало. Ой-ой. Понятно, ты нас стреляешь с заклинанием Феникса, да? Куда ты улетел? Молодец, мужик. Взял и свалил по-тихому. Ой-ой. Потихоньку туда. Да, мы на месте. О! У служанки менструация здесь. Антигравитационная. Вы что, никогда антигравитационную менструацию не видели, что ли? Ой-о! Это от этих вот чувачков. Куда ты деваешься? Постоянно. Вы когда-нибудь видели? По телевизору показывают жуликов. Всякие ктулху тут ходят, понимаешь? Зарядим нашего дракончика. Нет, а мы тебе уже заготовили. Так, куда там дальше-то? Где-то, 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 где-то. Кто там уходит? Кто там бродит? Кто мне спать мешает? Заклинило. Мочим только так. Чудо-пушкой. Так, дальше. Ой, фу, напугал. Питер Конфигов.
Ай-яй. Сзади только... Не шевелится. Козлы подбираются. Теперь идем туда. Привет. Заклинило. Уходим. Надо как-то отсюда выбраться вообще. Нет. Туда мы не пойдем, значит, давайте туда. Если враги есть, значит, правильно идем. Основной ориентир старых игр. Где враги, туда надо идти. Это что, родственники Иеремии, что ли? Туда. Погодите, мне тут кто-то написал. Кто-то там. А, это же наша бедная служаночка. Нет. Меня. Вот он за ним. Это не вы, конечно, убили, но все его одинаковые. Нет. Да, да, нет, нет, о да, о да, о нет. Да вот шпанушку играю. Так, поднимемся мы наверх. Тут мы вроде бы еще не были по такой лестнице идти. Так, зарядимся еще. Там уже мне нравится, как он рычит. Нам аптечку, какую-то ерунду. Эфирные ловушки. Что это у нас за эфирные ловушки то такие? А, непонятно. Нет. Так, начни в эту сторону. С этой мы пришли. Нужен ключ. Так, ключ от комнаты в этой. Заклинило. Значит, пойдемте туда. Это, по-моему, главного героя заклинило. Ему всякие видения начали ненормальные мерещиться. Славьте Господи, пока врагов нет. Привет. А знаешь, что мы теряем это? В эти стрелять бесполезно. А если мы ясновидением бахнем? Ясновидением тоже нет. Так уж. У нас, по-моему, эфирная ловушка должна быть. Так, стоп. А как нам ее применить? Так, а может быть... Давайте попробуем... Так, где она? Энтером? Ой, нет! Зря потратили. Меня так не пойдет. А если вот так? Есть. Успели. Так, магическим камнем. Я вспомнил, можем прокачать вот это. Теперь более точнее будут у нас выстрелы.
что за испытание, как по Assassin's Creed? Что, взяли все перед нами, закрыли здесь? Ну кто так делает? Хватит на меня тут вашу кончаку поливать. Ага. Пасть, значит, может, зеркало внутрь. Что у нас за круглая комнатка такая? Ага, мы тут должны зажечь факелы. Но я даже не знаю. О, новые заклинаницы, похоже. Диспел. Ну-ка, что оно нам дает? Кстати, с камнем Занзибара. На одну больше. Можно и использовать дракончика. Как растет наши чары. Вот те. Что на новенького? О, другой разговор. Не шевелится. Сюда тоже нет, да? Закрыто. Нужен ключ. Ох, сколько тут всего закрыто и ключей больше. Туда попасть бессмысленно. Там закрыто, а здесь не шевелится. Нужен ключ. Ладно, развернемся, пойдем в другое место. Они меня вынудили. Не шевелится. Так. Стоп, я ж оттуда вроде бы и пришел. О, не пугайте так. Дайте сделать перерыв. Где этот звук потрясающий? Вот. Что-то тут не то. Опа, давайте-ка туда поднимемся. Куда ж мы там придем? К этой толстой тете? Здрасте, тетя. Как дела, как живете? Пухлые тети, вы, конечно, поймете. Но мне нужен ваш ключ. О, лопали вас тут, да, кушали? Печально. Ладно, пойдем вон туда. Ой-ой! Куда здесь? Хоть бы сюда, хоть бы сюда. Не шевелится. Да почему не сюда? Заклинило. Зато аптечку нашли. Ну а продолжим мы уже в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, пальцы вверх и подписываться. А также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Спасибо за просмотр. С вами был Алекс Рай. Всем бай-бай, друзья. Также советую заглянуть на самые подходящие видео и новый ролик, вышедший последним на данный момент. Жмите на колокольчик вместе с кнопкой для подписки, чтобы получать уведомления о выходе новых видеороликов. Всем пока, друзья, жду вас в соцсетях и моих следующих сериях.